А будьте добры, как вас зовут? Меня зовут Леонора Булычева. Я президент Social Club Элита, клуба Элита. И расскажите, вот я снимал ваше шоу в Кинсбери колледже в прошлом году или да, в прошлом году. Зачем вы такие вот фэшн-шоу устраиваете? Что, чего вы добиваетесь, как это работает? Вы знаете, у меня такая идея интересная. Дело в том, что клуб мой называется «Элита». Это в памяти моей мамочки. Она удивительно добрая, удивительно красивая была женщина. И я подумала, что совсем не обязательно красивые модели, яркие платья, элегантные должны быть на девочках 20-летних, 18-летних, и совсем не обязательно они будут красиво смотреться, только очень тонкие, высокие, юные девушки. И я стала делать модели, в которых женщина любого возраста становится просто королевой. Ну, вот смотрите, вот вы делаете фэшн-шоу. Что это вам дает? Вы, скажем, зарабатываете деньги со спонсоров, вы получаете удовольствие от изготовления, вам нравится участие. Вы знаете, все, что вы перечислили, кроме зарабатывания денег. Значит, я, во-первых, огромное удовольствие получаю, когда я делаю... Ну, это как бы имиджмейкер, я не знаю по-английски, а по-русски я создаю образ. И когда женщина одевает, то есть там все, шляпка, перчатки, украшения, само платье и так далее, оно меняет женщину настолько, что она превращается действительно из Золушки в принцессу или в королеву. Мне нравится это превращение. Скажите, а для чего, вот вы сказали мне, что вы в апреле будете делать новое шоу. О чем это будет шоу, где это будет, делайте анонс. Это будет совершенно удивительное шоу. Вот в Манхэттене проходит Fashion Week, а я решила сделать такую не совсем альтернативу, но, по крайней мере, бруклинскую, Fashion Queen. Fashion Queen это будет проходить в ресторане «Огни Баку» на 86-й стрит, Бруклине, 86-я Avenue U. Ну вот смотрите, математика работает, то есть люди должны прийти и купить, наверное, банкет, заказать стол, как-то... Дело в том, что с рестораном договорено, банкет стоит $55, значит, билеты просто распространяются на этот банкет, и их можно купить. Но у меня будет еще очень много, кроме всего прочего, приглашенных, которые там не будут платить за банкет, но они спонсорами являются, то есть они какие-то дадут деньги на то, чтобы это шоу существовало. А зачем вот спонсорам это нужно? Вот какой у вас спич? Что вы им говорите? Почему они к вам приходят? Ну, это, во-первых, они встречаются друг с другом. Дело в том, что спонсоры, как правило, люди успешные, люди достаточно обеспеченные, имеющие какие-то компании, и они хотят точно так же встречаться с такими же людьми и делать тоже свои контакты, и я их приглашаю. Они... Какой у вас веб-сайт, какой у вас, скажем, Facebook, как можно связаться, если кто-то хочет прийти посмотреть? Если... Это конкретно шоу, хотят прийти посмотреть, то у меня, ну, тикет Нью-Йорк, www.ticketnewyork.com. У меня мой номер, да, конечно, у меня мой сайт aelitaclub.com. www.aelitaclub.com. A-E-L-I-T-A, aelitaclub, C-L-U-B.com. Спасибо, друзья. Обратите внимание, возможно, это будет интересно.